компании Stage Entertainment Дмитрия Богачева. По-моему, неплохо. Ну как это не грустно, приходится прощаться, ибо через несколько минут занавес Зора опустится в последний раз. Изо дня в день мы играли для вас этот спектакль на протяжении всего сезона. Но я хочу пригласить на сцену, здесь не хватает, в общем, некоторого количества людей. Во-первых, я хочу пригласить на сцену тех, кто отвечал за музыку. Музыкальный руководитель проекта и дирижер Мариам Барская и музыканты оркестра «Зорро». Исполнительный главный хвалил, артисты, которые сегодня не играли этот спектакль, но играли его на протяжении всего сезона. Дмитрий Ермак. Наташа Быстрова. Настя Макеева. Настя Стоцкая. Вдвоем. Настя, или втроем. Лена Калиберда. Тоже вдвоем. Игорь Портной. Лёша Немцов. Вика Канаткина. Наши свинги, которые ежедневно страховали тех, кто играет на сцене и периодически играли в спектакле. Ребята, поприветствуем. И, наконец, я считаю, самая главная и самая важная часть нашей труппы – наши юные актеры. Артисты выходили на поклоны. Но сегодня в первый раз я хочу пригласить на эту сцену тех, кто традиционно остается невидимым для зрителей, но без которых не прошло бы ни одно представление. Спектакль со своих капитанских мостиков вели менеджеры сцены. Под руководством постановочной команды мюзикла во главе с Дарьей Эрмишей и Александрой Козыревой. И, наконец, режиссер-репетитор Анна Колесникова и хореограф-репетитор Ирина Кашуба с творческой командой спектакля. Друзья, напоследок выступайте их в овациях, ибо через полчаса они пойдут тратить заслуженно заработанные сборы от проката мюзикла «Зорро» и веселиться, а вас я с удовольствием приглашаю осенью на премьерные показы блистательного бродвейского мюзикла «Звуки музыки», великой истории, которая буквально потрясла мир.